видел в небе стальную птицу. Она делала вот так. Это значит, что мы не одни на земле. Ну что ж, сынок, пришло время тебе все рассказать. Пошли. Держись. Давай сюда. Пошли. Так. Должен был увидеть это. Когда-то у нас было все. Телефоны, мобильная связь, интернет. Интернет? Но я думал, что это легенда. Нет, нет. Даже я бывал в интернете. Правда? Расскажи, какой он? Это удивительный мир. Море информации, знаний, новых интересных людей. Ты мог сидеть дома и одновременно быть в любой точке планеты. Интернет сближал людей друг с другом, делал их умнее, добрее. Но... Я знаю, пап, боги отняли его у людей. Это были не боги. Однажды, 20 лет назад, случилось страшное. Мы назвали это повышением тарифов на услуги связи. Повышением тарифов? Да, сынок. Интернет стал очень дорогим. Мы не могли больше попадать в него. Мы перестали обмениваться информацией и знаниями. Мы ушли в леса, а нас забыли! А нас забыли! Пойдем отсюда, ладно! Обед готов, пошли скорее! Папа, а чем ты занимался, когда у людей был интернет? Я, сынок, строил стальных птиц. Ну что, полетели? Да, полетели!